Друзья мои, если сегодня один кардиган и джемпер в магазине стоит от 3500 рублей, давайте зададим себе вопрос. Если у вас в вашем гардеробе стильный, нарядный, красивый плащ, но еще и качественный, мой совет эксперта – обновите свой гардероб. И этот плащ прослужит вам долгое время, ведь состав этого плаща – 100% качество современной ткани Дюспо, о которой я расскажу чуть позже, в начале расцветки. Да, коралловый цвет сегодня пользуется популярностью, его в наличии уже меньше всего. Мы с тобой сегодня получили звонок из Санкт-Мансийска, что первая покупка и сразу яркий, красивый, женственный плащ. Но коралловый цвет у нас не один, у нас есть еще два оттенка. Это бирюза и цвет бежевый. Причем, Ариночка, мне очень нравится, насколько плащ идеально будет сочетаться с любым стилем. Если это спортивный стиль, если это повседневный стиль casual или элегантный стиль, как на Анастасии. Настя выбирает отложной воротничок, приталенный силуэт и нежный бежево-жемчужный цвет плаща. Пусть вас не пугает цвет, ведь эта ткань Дюспо легко стирается дома в домашних условиях. Марина выбирает вариант плаща с капюшоном. Анастасия убирает капюшон. Это еще один момент, как вы можете по-разному носить этот плащ. Настя выбирает стильный оригинальный пояс, Марина убирает пояс. Действительно, многие сейчас удивляются, плащ, да, какой длины, королевской, чуть ниже колена, а цена настолько приятная. Такие цены в магазине, это уже миф, мечта, а только у нас это реальность. Завтра цена будет гораздо выше, свыше 6000 рублей, так зачем переплачивать? Свет, ну я предлагаю рассказать о ткани Дюспо, потому что не все с ней знакомы, и ведь это одна из особенностей нашей модели. Конечно, я с удовольствием и с гордостью хочу заявить, чем ткань Дюспо сегодня отличается от обычной плащевой ткани. Внимание! Замечали ли вы когда-нибудь, что надевая на себя плащ или ветровку из обычной плащевой ткани, вам как-то становилось грубовато, неуклюже? Это все, конечно же, благодаря нашей ткани. А вот в нашей ткани Дюспо вам будет очень комфортно. Ощущение, что это ваша вторая кожа. Вы посмотрите, как плащ идеально сидит на фигуре. Даже несмотря на то, что у него свободный крой, плащ не смотрится мешковато, потому что это мягкая ткань Дюспо. В этой ткани есть еще одно преимущество. Она выдерживает воздействие температуры, холод, она не трескается. И мне нравится, что солнечное воздействие никоим образом не сказывается на яркости цвета. Поэтому сегодня современная ткань Дюспо – это нанотехнологии. Помимо этого, Ариша, хочу добавить, что здесь 100% качество не только из-за ткани, но и фурнитура настолько богата. На самом деле металлическая фурнитура – это залог того, что вещи после стирки никоим образом не потеряют своей новизны и красоты. Если пластмассовая фурнитура дешевая, то она и служит нам всего только до первой стирки, а потом все начинает трескаться. Куда лучше металл. Давайте проверим сейчас. Должен быть стук. Он слышите? Есть! Ура! Вот так мы проверяем. А еще мне очень нравится, что эта ажурная красота в данном случае функциональна. Вы можете закрыться от ветра. Смотрите, мы закрываем ушки. Мы тем самым закрыли себя от холодного ветра фиксатором. Если вам это не нужно, вы можете опустить вниз. Капюшон у нас функциональный и съемный. Вы можете выбирать для себя защиту. Даже можете не носить зонт. И, конечно же, классический образ без капюшона. Но обратите внимание, что здесь выделяется не только фурнитура своим, да, цветом позолота, но и мне нравится, что на рукавах, на манжетах, по всей длине молнии идет декоративная окантовка, да, которая напоминает нам именно золотую нить, золотую цепь. Аришка, что я еще нашла? Давайте сейчас попросим нашего режиссера показать эту фурнитуру, вот это богатство. Посмотрите, какие концевики. Именно как завершается наша молния. Это же настоящие украшения. Еще вот такая деталь, как зона застежки. Давайте посмотрим. Наши заклепки внутри закрыты тканью Дюспо. И это выглядит очень дорого, богато, потому что заклепки в данном случае не нарушают целостности материала. И наше полотно не пострадало. Ведь когда мы надеваем такие заклепки, наша ткань здесь, в этих местах, имеет небольшие надрезы. Поэтому лицевая зона нашего плаща никоим образом не страдает. Я
не случайно Ариша надела этот плащ на себя. Яркий коралловый цвет сегодня выбирают для себя многие модницы. Хочу заметить, что это не только мега популярная расцветка, плащ очень легкий. Благодаря ткани Диспо мое тело дышит. Друзья мои, я ношу 50 размер. У нас удвоенная размерная линейка, поэтому прямо сейчас я проверяю, как этот плащ на мне сидит. Очень важно, посмотрите, чтобы в линии бедер у меня была свобода. Поэтому, если у вас такой же размер, как и у меня, 50-й, мой совет, выбирайте 50-52, не 48-50. Плащ очень легкий. И мне нравится, что вообще у меня длинные руки. Я все время говорю о том, что мои рукава все время страдают. Но что я вижу здесь? Если Оля Грядунова подгибает рукава и делает манжеты, то я наоборот их слегка опускаю. Если у вас такой же рост, как и у меня, то у нас с вами есть очень важный секрет. Вот такая длина рукава, которая подстраивается под нас. Да. Еще одна очень приятная деталь – это позолота. Вот они, украшения. Да, качество, люксовость, брендовость, она всегда в деталях, которые не повторяются. Посмотрите, даже внутри кармана у нас есть тот самый подклад, Аришенька, который украшает. Аришенька, стой, мы же можем их убрать. Вы можете при случае, если собираетесь в гости, это вдеть. Посмотрите, какие съемные аксессуары. А при случае, если вы выбираете джинсовый ансамбль, вы можете это украшение убрать. Это многофункциональность решения. Мне нравится, Свет, что не придется ни подшивать рукава нести в ателье, да, не думать, а что делать с капюшоном. Мы отстегнем капюшон, мы снимем аксессуары, мы получаем на плащ на каждый день. Если у нас, да, это праздничное мероприятие, мы берем пояс, который у нас, кстати, тоже двусторонний, он может быть однотонный или с цветочным подкладом, и меняем свой образ просто на глазах. Свет, ну все как мне на руке. Мне нравится, что этот плащ из спортивного превращается в классический. Мне нравятся эти сочные палитры, а ведь так редко сегодня в магазине мы можем встретить с вами нежный плащ из ткани Диспо, еще и королевская длина, которая закрывает колени. Мы можем носить его с туфлями, мы можем носить его с сапожками, с полуботинками. Самое главное, друзья мои, это легкость и комфорт.